сообщить, что 11 на площади около Краевого дворца пионеров 12.00 юные красноярцы и их родители смогут поучаствовать в благотворительной проекте «Утиный бум». И сегодня вместе с организаторами этого проекта мы встретились, сейчас пообщались. И у нас пришла Олеся Гурина, генеральный директор газеты «Коммерсант». Доброе утро. А также Ольга Сорокина, директор фонда «От сердца к сердцу». Вы организаторы благотворительного мероприятия «Утиный бум». Верно. В чем заключается благотворительность? Что за прекрасные утки у нас в руках? Такие проекты проходят в поддержку социально значимых проектов. Вот у нас будет 1000 вот таких резиновых уточек с номером. Гости покупают утенка на праздники, потом мы их всех вместе одновременно запускаем в реку. Хочу сразу сказать, что мы их всех выловим, потому что очень много вопросов по этому поводу. И первые, которые заплывут в финишный коридор, на реке будет специальная конструкция, принесут своим владельцам призы. Ну и также на площадке будут разные локации, развлекательные шоу от наших партнеров, фотозоны, зоопарк, батуты, фудкорты. Ну, много всего интересного мы придумали. Все деньги пойдут на благотворительность, правильно? Да, все деньги пойдут в фонд «От сердца к сердцу», в помощь детям с сахарным диабетом первого типа, на приобретение инсулиновых помп. У нас, к сожалению, очень много таких детей в нашем крае. И такая тенденция не очень хорошая в плане того, что таких детей, малышей именно, очень много. Поэтому мы очень надеемся, очень благодарны прежде всего нашим партнерам, которые участвуют активно и не забывают, во-первых, что есть такая проблема, во-вторых, что ее можно решить и благодаря, допустим, вот, приобретению инсулиновых помп. Мероприятие проходит уже во второй раз, я понимаю. Да. Как прошло оно в первый раз? Сколько людей вообще приходило? Сколько участвовало? У нас было около 1000 гостей в прошлый раз. Вот. Все прошло без заминок. Нас признали лучшим благотворительным проектом года. Я надеюсь, что в этом году гостей будет больше, и мы сможем помочь большему количеству детей. Участвовать в этом мероприятии могут без разницы возраст какой, без разницы вообще сколько лет, как говорится, просто пришел, да, и купил. Да, абсолютно. И мы пытаемся продумать программу, чтобы у нас было интересно всем, и деткам, и родителям. В прошлом году у нас папы были не задействованы, но мы тут придумали и для пап тоже развлечения в этот раз. Может, мы как-то сможем пару уточек сюда так вот запустить? Ну, давайте попробуем. Как-то, если у нас получится. Антона, к сожалению, нет, который бы сейчас их прогонял. В общем, правильно я понимаю, вот представим, что это река Кача у нас. Допустим, да. Допустим. Такая же чистая. Такая же чистая, да, такая же голубая. В общем, человек покупает утку, а как-то все вместе. Да, мы там есть пешеходный мостик такой, очень удобные балконы вдоль реки Кача, где людям будет удобно смотреть. И мы одновременно их высыпем прямо с моста в реку, и они поплывут к финишу. У каждой утки свой номер, то есть я помню, допустим, что моя утка 701, я потом смотрю, какая она. Да, вы когда покупаете утенка, вам дают такой квиточек, где написано «Спасибо, что вы поддержали нашу акцию, ваш утенок 35, например». Вот. И когда они заплывать будут в финишный коридор, мы называем, какие утята приплыли первыми. Угу. То есть вы уже потом с этим квиточком получаете. А как-то вот на ухищрение шли, да, ваши участники? Может, кто-то специально как-то ее так подгонял? Нет? Нет, ну там к реке, конечно, подойти тяжело, но некоторые люди пришли в прошлом году. В прошлом году некоторые пришли со своими утятами, которые там были более тяжелые, они плыли быстрее. А, да, то есть можно так сделать, но в этот раз давайте без ухищрения, я думаю. Ну что ж, давайте еще раз напомним нашим телезрителям, когда и во сколько состоится мероприятие. Мы ждем всех красноярцев 11 июня в 12 часов на площади перед Дворцом пионеров. Итак, у нас сегодня были Олеся Гурина, генеральный директор газеты «Коммерсант», а также Ольга Сорокина, директор фонда «От сердца к сердцу», который приглашает на свое мероприятие. Поэтому, дорогие телезрители, благотворительность – это просто, и я прямо вам сейчас настойчиво предлагаю поучаствовать. Ну а пока прервемся.